Всем привет! Сегодня у нас темно, очень темно, потому что я после работы забежал в обеденный перерыв быстренько на почту. Благо, что я работаю очень близко с почтой в центре города. И забрал свои посылочки. То есть две посылочки, они будут в разных видео абсолютно. Давайте откроем беленькую. Здесь у нас часы. Заказывал, естественно, для себя. Если я буду запинаться, не обращайте внимания, очень сильно устал. Часы шли где-то 27 дней, трек номера не было. Заказывал на момент покупки, было 347 рублей. Так, видим, что здесь ничего нету. Так, вот такие вот часики. В принципе, уже мне нравятся. Спасибо продавцу. Надеюсь, они работают. Все, вот такой вот Пупыркин нам отправил. Сейчас откроем и посмотрим. Так. Часы не повредились. Видим, тут у нас еще, как бы это обозвать-то, лента, наверное, какая-то, да, на ремешке. Вот. Вот такие вот, в принципе, часики неплохие. Даже сказал бы, очень-очень хорошие. Пленочка вот с браслета очень еле-еле как отодралась вообще. Убралась. Вот. У меня рука не очень большая, поэтому часы вот так вот свободно у нас ходят. Ну, в принципе, клевенькие часы заказывал. Silver and gold, то есть серебро и золото. Часы, как видим, идут. Вот. На видео прекрасно видно, надеюсь, да? Да. Вот, ссылочку оставлю. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем до новых посылок.